Все наши встречи в жизни, они не случайны. Каждая наша встреча – это встреча с чем-то новым. Это приобретение нового опыта. Это возможность кому-то принести что-то в дар, поделиться своим каким-то знанием или чем-то тем, что ты имеешь. В марте я отправляюсь в Нижний Новгород. Здравствуй, Нижний Новгород. Это город, в котором я никогда еще не был. И я уже в предвкушении того, как я почувствую силу этого города, энергию этого города. Я войду в пространство этого города, я приеду к нему в гости, и что-то очень-очень важное произойдет со мной в этом городе. С собой, как гость, я, конечно же, приведу какой-нибудь очень важный подарок. И не просто какой-нибудь, а это будет два очень важных подарка. И я буду рад ими поделиться с нижегородцами. Первый подарок – это встреча, которая будет рассказана, на которой будет рассказываться о путешествии. О путешествии как способе трансформации человека. О путешествии, которое произошло со мной несколько лет назад. И это было кругосветное путешествие. Оно было без наличия денег, без знания языка, без вещей, без плана, без маршрута. Я на этой встрече отвечу на все ваши вопросы. И, возможно, вы тоже откроете для себя путешествие как способ трансформации. Второй подарок, с которым я рад буду с вами поделиться, это тренинг, который называется «Ораторское искусство». Не думайте, что ораторство – это только возможность выйти на сцену и начать о чем-то вещать. Ораторское искусство – это искусство коммуникации, это умение общаться прежде всего с самим собой, умение общаться в диалоге, умение общаться с аудиторией. Это то искусство, которое нужно каждому из нас. Оно раскрывает в нас талант взаимодействия. Ну, а более подробно вы можете прочитать в информационном листке об этих мероприятиях. Я очень жду встречи с Нижним Новгородом. До встречи в марте.